Друзья, всем привет! С вами Светлана Кейк. Сегодня оформляю торт для девочки на крещенье. Сделаю красивый фантазийный цветок из вафельной бумаги и вафельные перышки. В программе Photoshop я сделала вот такую красивую картинку с ангелочками. Ссылку на такой шаблон я оставлю в комментарии и под видео. Вафельную картинку я приклеиваю на раскатанную мастику. Приклеиваю декор гелем с добавлением водки. Так как картинка достаточно большая, для того, чтобы она не застыла в прямом положении, я ее укладываю в миску по диаметру, равную с тортом, картинкой вниз. И в таком положении она уже примет форму. Перед тем, как поставить картинку на торт, поверхность мастики я обрабатываю какао-маслом либо шоколадной глазурью. Теперь из вафельной бумаги я сделаю перышко. Отрезаю полоску. Ее можно сделать двойной, тройной. Я сделаю из трех слоев. Произвольно вырезаю наподобие перышка. Затем мне понадобится проволока в бумажной оплетке. Водой или водкой рисую центральную прожилку и приклеиваю листик. Еще одну. И склеиваем между собой. Если нужна проволочка, то в этот момент как раз приклеиваем проволоку. Затем делаю надрезы, не доходя до середины. То же самое с другой стороны. Для того, чтобы перышко получилось более пушистым, я его подержу над паром. Вот такое перышко получилось, если подержать его над горячим паром. Теперь я сделаю фантазийный цветок. Вырезаю лепестки абсолютно в произвольном порядке. Затем я взяла водку, смешанную с водой. Добавила самую малость красителя. Смачиваю лепесток. Не смачиваю только самую нижнюю часть. Смачиваю с двух сторон и отправляю на горячую сковородку. Из подготовленных лепестков и перьев собираю цветок. И добавлю несколько перышек. Торт у меня оформленный крем-чизом на масле. Окрашивать я буду с помощью аэрографа. Я развела два оттенка, розовый и голубой. Еще я сделала вот такие шаблоны, просто вырезала из бумаги. Теперь устанавливаю детали. Какао-маслом смазываю картинку, которую я приклеила на мастику, и устанавливаю на торт. Сверху картинку я покрываю декор-гелем. Укладываю детали из мастики. Мастичные детали обязательно нужно изолировать какао-маслом либо шоколадом. Цветок я поставила на кусочек мастики. Теперь установлю оставшиеся перышки. Места соприкосновения с тортом тоже изолирую какао-маслом. И добавлю несколько сахарных бусин. Слегка припылю кондурином серебряная искра. Добавлю на ангелочков и немного на цветок. Вот такой торт получился.
Надеюсь, идея вам будет полезна. Буду ждать ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь. Впереди много интересного. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем пока. До скорых встреч.